Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам покажу хэллоуинский DIY. Первым делом хэллоуинский символ праздника – это тыква со страшной мордой. Вот. На Хэллоуин нужно подобрать идеальный костюм. Ай, свет! Выключите! Второе – это нужно сделать страшный макияж. Ну что ж, с внешним видом мы разобрались. Теперь нам нужно украсить комнату. Для этого нам нужно сначала выключить свет. Нам нужно зажечь все свечки в доме. Нам нужно украсить комнату всякими пауками, страшными рисунками, чтобы уж точно было страшнее. Тяжелая голова. Ну что ж, комнату мы украсили, но самое главное на Хэллоуин – это еда. Я предоставляю слово самому лучшему повару в этой деревушке. О, привет! Добрый вечер, дорогие телезрители. Меня зовут Михаил Лужий, шеф-повар. И сейчас я вас научу готовить блюдо под названием «Вампир». Давайте начнем. Для того, чтобы приготовить блюдо под названием «Вампир», нам понадобится помидор, 2 яйца, зеленый лук, чеснок, и этого достаточно. Может, и не так уж и плохо. В общем, я передаю слово вампиру. Если хотите еще видеоуроков о моей готовке, то ставьте лайки. Ну что ж, дорогие телезрители, я вас научил хэллоуинскому DIY, который вы можете повторить у себя дома. Ну а мне пора лететь к людишкам. Пока-пока!